Так, ребят, ну, что это у нас? Это у нас чехол Clenovo Vibe Shot. Если быть точнее, это, ну, в принципе, простой силиконовый бампер. Вполне возможно, у вас такой пришел, если вы заказывали Clenovo Vibe Shot с Алии. Ну, в нашем случае он, видите, вот так вот разрисован. Это 3D-рисунок. 3D-рисунок. Давайте, я думаю, даже, наверное, откроем. Ох, все рассыпалось, все упало. Ужас какой. Берем Clenovo Vibe Shot и вставляем его в этот силиконовый бампер. Да, что мы на выходе видим? Для темлячка место есть, для зарядки есть, для динамика вырез есть, кнопка Pro режим есть, фотографирование есть, включение, звук есть, для наушника есть, микрофончик есть. То есть все вполне хорошо. Вот так вот выглядит силиконовый бампер. Стоит, ну опять же, да, камера, датчик, вспышка. Стоит очень недорого. Это вот первый бампер, который прибежал вот из кучи того, что я заказывал для Clenovo Vibe Shot. Поэтому вот посмотрите, рисунки там есть разные, разнообразные. Ну, 3D, насколько вот видно, интересно, передает вам камера, нет? И вот даже не знаю, как проверить, насколько хорошо будет держаться. Вот так вот, навскидку. Да нет, вроде, наверное, поддержится. Стоит недорого, выглядит симпатично. То есть, если вот вы хотите именно силиконовый бампер, и с рисунком, ну вот в данном случае 3D-рисунок, очень даже мне нравится, к покупке вполне рекомендую.